Ты что, заболел? Ты не ответила мне. Сколько у нас рабов? Да нет их у нас! Нету! Есть. Четверо. Чего? Ты, Памфила, я и Милен. Ой. Да-да. Все мы рабы. Рабы вещей. Этого дома, этих тряпок, этого фонаря. Нам кажется, что мы их хозяин, а мы их рабы. Лишь тот, кто найдет в себе силы разорвать невидимые путы этого рабства, станет по-настоящему счастливым. Он увидит, что на свете есть вещи, которые не принадлежат никому, принадлежат всем. Солнце, море, звезды. Да, сейчас придумал, пап. Да. Но думать об этом я начал давно, когда мне было еще 17, как тебе. Однажды я увидел, как, ворвавшись в осажденный город, воины делят добычу. Это было страшнее, чем сама битва. Из-за какого-то глиняного горшка они были готовы убить друг друга. «Зачем?» — воскликнул я, — «когда мы и так все смертны». Но меня никто не услышал. Тогда я взял фонарь и пошел искать человека, который бы мне все объяснил. Так я встретил Памфилу. От того человека, пап. Нет. Ответ мне пришлось искать самому. Довольствуясь малым, человек обретает все.